городском округе появляются новые микрорайоны, а вместе с ними и новые школы. В жилом комплексе Люберецкий идет строительство общеобразовательного учреждения. В двухэтажном здании уже проводятся внутренние инженерные и отделочные работы. Их качество оценил глава Люберец Владимир Ружицкий. По своей мощности эта школа будет самой большой на территории городского округа Люберцы. В ней смогут обучаться 1500 детей. Соответствующих размеров будет пищеблок. Просторная столовая вместит 720 человек. Не менее внушительным планируют сделать актовый зал. Помещение для школьных праздников и концертов рассчитано на 650 мест. А заниматься физкультурой воспитанники учреждения смогут как в спортивных залах, так и на большом стадионе. В целом, я думаю, что школа должна быть одной из приоритетных, лучших с точки зрения как строения. Фасад школы оформлен по новейшим технологиям. Для того, чтобы придать зданию современный вид, строители использовали клинкерную плитку. Эту школу мы начали строить в прошлом году. Планируем ее ввести в эксплуатацию в следующем году, в мае месяце. Она полностью будет готова для приема детишек в следующем году, 1 сентября. На этом строительство учебных заведений в микрорайоне Люберецкий не завершится. В следующем году приступят к возведению пристройки к школе номер 11. Здание будет рассчитано на 650 мест. Луиза Игазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.